На строящейся станции МЦД-1 Славянский бульвар открылся пешеходный тоннель. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Сегодня в пресс-службе МЖД рассказали, что на строящейся станции Московского центрального диаметра Лобня-Одинцова открыли пешеходный тоннель. Было отмечено, что он позволит перейти через железную дорогу и выйти на улицу Герасима Курина и Тарутинская. Также в ведомстве уточнили, что с обратной стороны пассажиры смогут осуществить переход на Кутузовский проспект. Согласно проектировке, из тоннеля можно спуститься на станцию метро, не выходя при этом на улицу. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!